Летчики-истребители Северного флота отработали взлеты и посадки в сложных метеоусловиях над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. В тренировке приняли участие пилоты палубных истребителей МиГ-29. Летали они при низкой облачности и порывистом ветре для получения и подтверждения допуска летного состава. Молодые летчики выполнили 16 вылетов, а также отработали слаженность действий в составе авиазвена. Военные поднимались в небо под тщательным контролем инструкторов.